Перемены, пусть даже во благо, порой воспринимаются крайне негативно. В марте автомобилисты заметили, что режим работы светофора на перекрестке улиц Советской и Комсомольской изменился. Водители в социальных сетях начали жаловаться на неудобства. В целях обеспечения безопасности пешеходов режим светофора на перекрестке улиц Советская и Комсомольская переведен в трехфазный режим. В данном случае пешеходам обеспечена зеленая зона. Автомобили, все, которые стоят в обоих направлениях, в момент, когда пешеходы переходят дорогу, стоят. Когда пешеходам горит зеленый, поворачивать на Комсомольскую нельзя даже по стрелке. Хотя все к этому привыкли, и вечно горящая дополнительная секция экономила время автомобилистов. Сейчас полный запрет на движение транспортных средств, когда пешеходы переходят в проезжую часть, оберегает их жизнь и здоровье. Однако стрелка своей актуальности не потеряла. Она всегда загорается, когда разрешено движение транспорта. Даже в том случае, если на Советской горит красный, а на Комсомольской – зеленый. Сейчас этот перекресток, возможно, стал чуть менее удобным с точки зрения водителей, но зато более безопасным с точки зрения пешеходов. В настоящее время это уже не первый перекресток, где режим работы светофора переведен в трехфазный режим. И, как практика показала, данные перекрестки стали более безопасны для пешеходов.